уваги на наше життя. З нових людських ілюзій співачка та етнограф Катя Чилі називає амулети дієвими атрибутами та метафорами. Например, я обладаю какой-то вещью, то если я ее, например, кому-то дарю, то эта вещь несет уже информацию обо мне. И мои намерения, и мои желания, и, наверное, какой-то мой опыт. И мою энергию, либо конструктивную, либо деструктивную. Поэтому, конечно же, наверное, есть вещи, которые приносят удачу, и те вещи, которые разрушают спокойный уклад жизненный. Это то же самое, как с подарками. Когда мы дарим подарок, мы вкладываем в них определенные намерения. Поэтому некоторые кольца теряются, некоторые вазы разбиваются, а некоторые нас охраняют до нашей смерти. Это сосуд, который ты наполняешь сам, независимо от обстоятельств, независимо от местонахождения. Это сосуд, наполненный чем-то. И тут уже можно манипулировать этим символом так, как ты хочешь сам. Это просто символ. Применение этому символу ищешь ты сам.